Всем привет! Приехал дизельный двигатель Carver 10 лошадиных сил. И еще один в подарок мне 6,5 лошадиных сил для мотоблок Нева. Может, ребят, что знаете, поправьте меня в комментах. И вот уже сейчас душа не терпит. Один из них вот запечатанный. Я его распечатать и попробую завести его, как он из себя покажет. Торжественный момент. Руководство по эксплуатации. Вот прокладочки. Гарантийный талон. Вот он, красава. И две канистры масла с ним. Это уже докупали. В нем 48 килограмм. Сейчас мы оператор пригласим, поставим их рядом вот и сравним. Оператор, подойди. Да, намного он в размерах себя превосходит, вот этот дизельный. Сейчас мы попробуем поставить его на стол, залить масла, соляру и завести. Обратите внимание, крепление под стартер есть, но стартера на нем нет. Так как нет винца на нем, хотели заказать со стартером, но со стартером не было в наличии. Обошелся нам 19 с лишним тысяч вместе с маслом. Ссылочка в описании будет, смотрите. Залил масло, ушло где-то литр 100, и обратите внимание, заливная горловина с одной стороны и с другой, где удобнее залить, с двух сторон, так что хорошо. Сейчас зальем соляру и заводим. На баке вот есть у нас памятка, как его запустить. Начало работы. Так, откройте топливный кран. Поставьте рычаг положение старт. Так, медленно потяните ручку и стартер на себя. Так, удержите. Так. Открываем кран. Положение старт переводим рычаг. Как написано. Заводим. Изначально попробовать заводить. У нас что-то солярка, получилось вот. Вот две бутылки у нас было. Стояла просто Зимена. Может, какая разная он получился, неважно, первая. И три раза оторвал шнурки у нас вот. Прямо прочь. Пришлось он разбирать, вот менять этот. Ну, опять связывать. Из другой бутылки залили, завел сразу. Почему? Вот солярка, не знаем. Возможно, солярка. С первака заводится.
конечно, колбасить его, пришлось держать его, чтобы он, а то упрыгает. Принцип заводки. Кранчик открываем. Вот когда солярку мы тоже залили, тоже так же прокачали ее. Все, разов 15 мы ее. Потом до упора. Открываем и завели без проблем. Из него будет собираться экскаватор. Швеллер уже приготовлен, 12-й. Будет все поэтапно, скоро будет первая серия, смотрите. Также я жду от вас комментариев, что из этого можно сделать. Заводить мы ее не будем, так как у него стартер нет, шнурок оторватый. Что-нибудь для подростка, 12 лет, внук у меня. Подсказывайте, пишите в комментариях, что именно из него можно сделать. Кому интересно, подписывайтесь, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока!